Наш имам, да будет доволен им Аллах, был символом практики. Когда Мухаммад ибн Исмаиль вошел в Багдад, люди устремились к нему, потому что слава Аль-Бухари вышла далеко за пределы Хурасана. И здесь, конечно же, не обошлось без зависти. Например, один сказал, что Аль-Бухари не знает, как правильно совершать намаз. Аль-Бухари задали этот вопрос, мол, некоторые люди говорят, что ты не знаешь, как правильно совершать намаз. Я не поднимусь с этого собрания, пока не процитирую им 10 тысяч хадисов о намазе. Собрание Аль-Бухари полностью опустело. Только два человека приходило к нему. Имам Муслим и Ахмад ибн Салима, товарищ Муслима по урокам. Вдобавок к его испытанию, эмир сказал ему, «Ты будешь приходить во дворец и читать свои книги моим детям». Мухаммад, да помилует его Аллах, сказал ему, «Я не унижу знания и не буду тащить его к дверям султанов. И если твои дети хотят учиться, то пусть приходят и присутствуют на собраниях вместе с людьми». Это также поселило в сердце эмира неприязнь к нему.